Всем приветики. Недавно был Новый год, и мама подарила мне киндер-сюрприз. И это так прикольно, как вот в детстве, когда мы в Новый год приходили к праздничному столу, там стояла рядом елочка, и под елочкой лежали какие-то подарочки и обязательно киндер-сюрпризик. Вот. Она очень хотела, чтобы я вчера открыл, ей было интересно. Ей даже больше было интересно, что там, чем это было интересно мне. Но я хотел открыть именно вот, запечатлив это. Она хотела увидеть, что там. Но я ей сказал, не волнуйся, я тебе потом покажу. Я бы хотел, чтобы там был такой миленький пингвинчик. Вот. Ну и сейчас откроем, посмотрим, что там. Как же я давно это не делал. Уже, наверное, сколько? Лет 15. Даже больше, может, 20. Так что специально аккуратненько открываю, чтобы сохранить упаковку. Вот. Чтобы она осталась нетронутой. Ну, не порванной. О, его кто-то уже ударил. А как так? Он так вроде целенько. А нет, я просто не заметил. Он в каких-то рисуночках? Или это замызгание? А нет, это какие-то замызгивания. Короче, он где-то валялся жестко. Ну все, повредил упаковку. Оно почему-то прилипло именно с этой стороны. Да, и на них еще тоже есть срок годности. Но он сделан в 11 месяце 23 года. И, по-моему, до середины 24. Вот. Что здесь у него написано? Состав. Продукты переработки молока и сои. Сахар, обезжиренное молоко. Да, здесь, конечно, особо не почитаешь. Особо не почитаешь. Оно так сделано полукругом. Ну и, конечно же, вот он так. Здесь был обычно раз. А, так можно и без ножика. Я помню, в детстве это был такой... Хотя нет, лучше, наверное, с ножиком. Это был такой вкусный шоколад. Мы его прям очень любили. Он прям очень вкусный был. Сверху такое, типа, как шоколад, как какао такое, а снутри молочное. Это было так вкусно. Мы прям очень любили. Он сделан типа таким кейсом. Ничего себе. Раньше крышка просто снималась, а сейчас она как такой кейс типа открывается. Так. Да уж. Это кто? Олененок? Я хотел пингвинчика. Он такой милый. Блин, меня обдурили. И что это такое? Он типа вставляется сюда. Блин, меня обдурили. И типа этот, как его называют? Это типа олененок, который катается на сноуборде, но сноуборд в виде елочки, да, который, то есть бежал олень такой, прыгнул на елку, завалил ее и поехал на ней кататься, да уж. И у него еще даже есть ниточка, да, то есть его можно куда-то повесить. Она купила как бы киндер-сюрприз мне и брату. У меня был с пингвинчиком. Брата с Дедом Морозом. И там такая
Там игрушка покрасивее оказалась. Я думал, Дед Мороз не очень. Я думал, внутри Дед Мороз будет. А пингвинчик будет круче, потому что внутри пингвинчик. А там, где был нарисован Дед Мороз, там была такая типа фея новогодняя. И она так круто смотрится. А олененок, ну типа что? Там еще такая, стоит такая на ножках, в юбочке. В общем, выглядит как новогодний эльф. Реально прикольно. А это ну что это? Мне не нравится. Я хотел пингвинчика. Я подарю его маме. Мне он не нравится. Ну что это? Где мой пингвинчик? Он такой миленький. Ну блин. Так, хорошо, а здесь что? Есть что-то, что я смогу понять? Да. А, это типа, это изготовитель. Это просто изготовитель. А здесь? Вот, типа такая была, только, да, только без, без вот этих вот лыж. В юбочке, но с ножками вместе составлены в юбочке. И без вот этой штуки на голове, за которую вешать. Ну, короче, там вот типа такая похожая, но поприкольнее была там у него. Да. А пингвинчик он такой? То есть, может быть, такая игрушка мне такая выпала, а пингвинчик такой? Так вообще не очень. Вот вообще не очень. Если честно. А это сборка. Ну, мы и так поняли, как собрать. А, типа на елку его можно повесить? А, вот для чего это? То есть ты можешь его повесить на елку. Типа такая елочная игрушка будет. Ну, не знаю. Мне не понравилось. То есть теперь можно его просто повесить на елку, да? Связать так вот, и он будет висеть, как игрушка такая. Ну, разве что на елку повесить. Нет, та вторая, второй киндер, в котором был вот такой вот похожий, вот такой, только покрасивее, и без вот этой штуки на голове. То есть его нельзя повесить, только поставить. Вот тот классненький был, а этот мне чуть не нравится. Короче, я разочарован таким киндером. Вот вообще не очень. Да, грустненько на самом деле. Да, то есть получается... Не стоит верить вот этим вот штукам. Пингвинчик там в итоге будет вот вообще ни разу. Вот что это? Где эти милые глазки? Короче, все, я больше не хочу киндеров сюрпризов. Вот, ну а на этом все. Всем покедова.